И всем привет, с вами Каиса. Я продолжаю проходить первый Resident Evil, сюжетное прохождение на все варианты развития событий за Джилл Валентайн. Так, нет, не первая карта. Вторая карта. Так, мы будем рассматривать первый вариант развития событий. Мы не ждали Берри с веревкой, убежали. Чем это нам грозит? Интересно. Так, мы бежим вот сюда. Мы бежим. Давайте базуку возьмем с собой. Так, заходим. Тихо, никого нету. Так, давайте в эту дверь зайдем. Так, тут у нас есть гранаты вроде бы. Это хорошо, и спрей есть. Отлично. Берем гранаты, спрей. Так, сейчас идем мы к Энрико. Сейчас будет катсцена. Первый вариант катсцены с Энрико. Is that Jill? Is that voice Enrico's? Yeah. You're alive. Wait there. Are you with anybody, Jill? What? What? Oh no, I'm alone. But why are you asking? Listen, the stars are going to be finished soon. Someone is a traitor. Everything was plotted from the start by Umbrella. Enrico! Who killed him, I wonder? Так, давайте подойдем к телу. Он не мог двигаться из-за раны. Он что-то держит. Да, мы берем шестиугольную рукоятку. Так, а теперь, пожалуй, я сделаю такое сохранение. Тут у нас сейчас охотник появится. Или нет? Не появится? А, они только за Криса, значит, появляются. Окей. Тогда зачем я вообще базуку достал? Так, бежим отсюда. Тут можно убежать. Просто убегаем и все. Пошлите, охотники, куда подальше. Так, бежим к отверстию. У нас есть рукоятка шестиугольная. Давайте крутить. Так, крутим рукоятку. Давай, Джилл, давай. Так. Отлично. Так, отлично. Бежим вперед. Дверь. Так, тут у нас сейчас будет валун. Валунам надо убежать быстро. Вот такой нехороший валун. Так, бежим от луна. У нас, кстати, есть все-таки дыхательные гранаты. Думал, не будет больше. Нет, все-таки имеются еще. Мы их сейчас даже возьмем. Давайте вооружимся сперва базукой. Так, охотник пришел. Вот козел. Что тебе надо, мужик? Ох, козел какой! Ох, какой козел! Да ты чё, блин, охренел что ли? Зверь какой-то. Дикарь. Thank you.
Так, отлично. Давайте зарядим вот эти вот гранаты. Так, и берем еще такие зажигательные. Убили двух охотников. Так, а теперь заходим к пауку. И пичкаем его гранатой. Две зажигательные гранаты всего нужно. Всего так. Для этого паука. Так, а мелкие пауки появятся, интересно. Может, даже и не появятся, кстати. Разрезаем паутину. А, нет, появились, все-таки появились. Так, убегаем отсюда. Давайте в сейв-рум сходим. Так, что бы нам взять? Давайте уберем базуку. Возьмем дробовик. Ленту уберем. Так, уберем квадратную рукоятку навсегда. Так, нож уберем. Патроны мне нужны дробашные. Вот они. Так, медальку давайте возьмем. И спрей еще тут у нас есть. Давайте его тоже возьмем. Хотя, давайте подлечимся. Чё нам раненым-то ходить? Так, теперь бежим отсюда дальше. Нам нужна еще одна медалька. Медаль волка нам еще нужна. Я думаю, что в этом варианте развития событий я сыграю на самую плохую концовку. Так, крутим здесь рукоятку. Да как нет? Шестиугольное отверстие. Это же не квадратное. Ну, а чё ты мне мозги паришь? Игра, чё-то ты темнишь. Так, три раза надо вот это все подвинуть. Да. Ну что ж поделать, двигаем. Надо так надо. Так, еще разок. Так, подбегаем теперь к валуну. И убегаем от него. Давайте сразу сюда зайдем. Двигаем вот эту статую. И крутим здесь рукоятку. Надо блок из стены вынуть. Так. Статую ставим на этот квадратик яркий. Здесь мы берем что? Ключ мы берем. Ключ лаборатории. Отлично. Так, теперь давайте осмотрим то место, где был валун. Здесь у нас что? Синяя книга. А в ней, собственно, вторая медаль. Так, вот она, медаль волка. Отлично.
Поднимаемся на лифте наверх. Так, вставляем сюда волка. Туда орла. И открывается проход в лабораторию. Все, спускаемся в лабораторию. Да, думаю, сейчас вообще не буду пытаться брать мой диски, вставлять. Думаю, этот вариант будет на самую плохую концовку. Так, спускаемся вниз. Открываем ящик. Так, 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 так. Так, 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 так. Спрей уберу, пожалуй. Так, а что бы еще бы взять? Рукоятку уберу. Да все, мне больше ничего не надо для счастья. Берем ружье. Сейчас будем просто кайфовать. Ах ты, козел, ты че? Самый охреневший тут. Слышь ты, иди сюда. Вот так тебе. Так, давайте сразу спускаться. В компьютерную комнату даже можно не ходить. Если я собрался на плохую здесь играть. Так, мужик, ты не прав. Давайте сразу бежим в лабораторию. Выбрасываем ключ. И пойдемте лифт активировать. Так, минус один. Минус два. Так, ну иди сюда. Минус три. Зайдем в эту комнату. Наверное, спрей возьму в дорогу. Там все-таки химерки будут. А хотя, знаете, а чё они мне их боятся вообще? Не, не ленту. Лента мне не нужна. Чё мне боятся этих химер? Давайте возьмем тогда базуку. Я бы еще и магнум взял в придачу. Да, вот взяли магнум. Так, пока бы базукой постреляем. Пойдемте лифт активировать. Отсюда. Так, подаем питание. Ты чё такой крепкий? О, с одной гранаты вынесли. Надо же. Любит огонь, значит, химеры. Огонь хорошо против них, видимо. А, я спрей не взял, ну ладно. Так, сейчас три химеры.
одна. Ну, вторая. И еще одна. Ну, третья. Так, берем вот эту штуку, вот аккумулятор. Так, подключаем эту панель. Так, подача питания к лифту восстановлена. Тщательно. Бежим отсюда. Да, и пойдемте сразу тогда к тирану, в общем. В общем-то. Что тянуть-то? Так, обратите внимание, сейчас, секунду. Вызываем лифт и обратите внимание на катсцену. Здесь есть два вида катсцены с Берри. Так, здесь выключатель, нажимаем его. Так, смотрим катсцену, вариант номер один. Джилл! I was looking for you. Barry. Jill, don't be angry. I wanted you to wait for me. Barry, don't screw up again like you did when you dropped that rope. Да, и Джилл сердится на Барри. Сказывает ему все. Так, а мы смотрим сейчас катсцену с Вескером. Wesker? You did a fine job, Barry. Just as I thought. I think you should stay away from Barry, Jill. I hear that his wife and two daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. You are so cruel. Well, you don't have to worry about anything, because you'll be free from this world very soon, Jill. Why do you have to destroy stars? That's Umbrella's intention. This laboratory has been engaging in dangerous experiments, and recently an accident has occurred. Anyway, this disaster cannot be made public. That's why having stars nosing about is so inconvenient. So you're a slave of Umbrella now, along with these virus monsters. I think you misunderstand me, Jill. To me, the monsters you mentioned mean nothing. I'm going to burn all of them together with this entire laboratory. I must complete my mission as ordered by Umbrella. Barry, go up on the ground and wait there. Barry! Barry's such a fool. He'll be under the control of Umbrella forever. How come both Umbrella and you can intimidate him by taking his family as hostages? Umbrella? Well, I intimidated him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used him for my personal purposes, though both you and Barry seemed to think I was following orders from Umbrella. So you're planning something else? If you succeeded in developing the world's most powerful biological weapon, what would you do? What if you were in charge? You must stop this now. You're a brave girl, but if I were you, I wouldn't give up such a big discovery. You guys are idiots. No one understands its real value. So, you're going to steal all the research? Better yet, I'm going to show you the tyrant. Virus is a super virus, which creates a monster which is much stronger than human beings. Tyrant,
is the most powerful biological weapon in the world. You don't mean you're experimenting on real people? This is really beautiful. All this power will be mine. For the sake of an awful creature? Don't be upset. All weak people exist to be eaten. Так, сейчас будем с тираном биться. Ну, на самом деле, недолго будем биться. It can't control what it does. Так, бежим. Не, магнум возьмем лучше. Готово. Отлично. Так, берем ключ. Мастер-ключ, который... Какая жалкая смерть. Так, нет. Открывать надо панель управления. Блокировки двери нажимаем. Все, так, мы открыли дверь. Теперь бежим назад. Так. Поднимаемся наверх. Не будет в этом варианте никакой системы самоуничтожения. Не будет тирана на вертолетной площадке. Да. Так, сейчас мы выходим. Слышь ты, Тимерки. Ты, козел. Ах ты, козлина, ты чё сделал? Ты у меня сейчас за это ответишь, гад. Дохни. А ты чё встал? Особое приглашение? Сюда, козел. Мне плевать на патроны. Так, идем эвакуироваться. Ну, в общем, это на вертолетную площадку. Будет плохая концовка. Так, расстреливаем зомби. Отлично. Так. Внимание, смотрим катсцену. Hi, Jill. It's you. Barry? I'm really embarrassed to see you now. Just leave me. Go quickly. It's over, Barry. Wesker's dead. Is that so? Jill. Will you do me a favor? This is my last wish. Please give this photo to my family. Will you? Sure. Forgive me, Jill. What?
Так, фотография Берри. Фотография Берри. Что-то написано на обратной стороне. Мои дорогие Мойра и Полли, я надеюсь, вы вырастете сильными и красивыми женщинами и всегда будете рядом для своей матери. Ваш отец все время будет наблюдать за вами с небес, папа. Да, Берри погиб, на него, должно быть, напали эти монстры. Да, так и есть. Наверняка или химеры его убили. Наверняка это были химеры, да. Скорее всего. Так, здесь лестница. Поднимаемся наверх. А, нет, стоп. Стоп, машина. Я думаю, концовки... Концовки, я думаю, покажу отдельной серии. Так. Пойдемте сохранимся. Так, бежим сохраняться. Берем ленту. Так, и сохраняемся. Куда именно сохраняемся? На третий, да, слот или на какой? Да, на третий слот. Так, это был первый вариант развития событий. Мы не ждали Берри. С веревкой. И вот к чему это привело. Так, я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся во втором варианте развития событий. Пока-пока.